у него средняя как бы стрела, но зато он может подъехать в упор прямо к воде. И оттуда не сможет подъехать? Да, да, да. С того края, тот край сегодня сделаем. Вопросы к подрядчику не только по заходу экскаватора на берег. Представители ассоциации ТОС Вологды Андрея Соловьева волнует и состояние зеленой зоны после проведения работ. Почва здесь глинистая и вязкая, поэтому велик риск повредить ее колесами тяжелой техники. Сейчас, когда территория немного подсохла, специалисты смогли приступить к работе. Муниципальным контрактом предусматривается углубление двух прудов в Ковыринском парке, малого пруда и большого пруда. Вызвано оно тем, что уже водная поверхность загрязнилась и большие донные отложения внутри пруда. Обращали жителей в адрес ТОС Ковырина, в адрес организации, которая занимается Ковыринским парком. Эти два представителя выходили на департамент городского хозяйства на руководителя с просьбой о том, чтобы эти работы были выполнены. На это из городского бюджета выделено почти 100 тысяч рублей. Работы планировали начать еще в первой половине июля. Но из-за сильных дождей в парке не могла работать тяжелая техника. Сроки у нас затянулись по техническим причинам. Мы стараемся компенсировать эти сроки за счет того, что более длинный рабочий день и более интенсивной работой. Мусор распределили мы по кучам, для того, чтобы не разбрасывать его по всей территории, мы укладываем его на подстилку из баннера. После того, как куча этого мусора, они немножко подсохнут, мы будем их вывозить и утилизировать. На приведение ковыринских прудов в порядок подрядчику потребуется 2 недели. Результат работы проверят специалисты департамента городского хозяйства. Измерят объемы поднятого на поверхность ила. Сейчас малый пруд углублен почти на метр. Его глубина в центральной части составляет порядка 2 метра. А вскоре в Ковыринском парке начнется и основной этап благоустройства в рамках партийного проекта «Городская среда». Здесь отремонтируют асфальтовые дорожки, установят дополнительные скамейки и урны, реконструируют спортивную площадку. Марина Березина, Михаил Прищев, Вологда РФ.